Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Хотел бы вас заверить, что Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате», – сказал Пашинян.